Всем доброго времени суток. Начинаем новую миссию. Осталось немножечко до нее долететь. Так, что же нас здесь ждет? Маячок агентства. Посмотрим, чем нас здесь удивят. Гламурный дробовик. О. Том Шелдон, ты получил мое послание. Старенький стал уже. Все чисто. Я в пути. Кто это? Что ты здесь делаешь? Когда после Медичи ты пропал, я порылся в твоих старых досье, чтобы найти тебя. Оказалось, твой отец когда-то работал с Оскаром и Спиносой над каким-то проектом Эллапа. Что ты знаешь об Эллапе? Ну, в агентстве сейчас много суеты из-за Солиса. Говорят о климатической технологии, боевых атмосфериках. Конечно, когда начальство узнало, что я рылся в файлах Эллапы, меня отправили в отпуск за свой счет. Ух ты, не только я не доверяю Тому Шелдону. Я знаю, что ты хочешь уничтожить Эллапу. Я уже сделал часть работы. Сколько раз ты подводил меня в Медичи? Мне не нужна помощь, Шелдон. Поверь, нужна. Я кое-что разнюхал про зону 2. Это место постоянно окружает грозовая туча. Аннабель там и поджарила. Ты не думаешь, что гроза, стоящая на месте, это подозрительно? Так же, как в третьей части. Это твой друг, Рико? Не совсем. Мира Моралес, это Том Шелдон. Я знаю его 20 лет. Ему нельзя доверять. Привет. Не слушайте этого типа, госпожа. Рад знакомству. Мы с Рико как раз обсуждаем ситуацию с зоной 2. И ты знаешь, как добраться до ядра? Про ядра я ничего не слышал, но у меня есть идеи, как пройти через грозу. Удачи, Аннабель. Мы придумаем что-нибудь еще. У него есть план, Рико. А у нас нет. Говори. Ладно. Под зданием течет река. Думаю, на катере мы сможем подобраться поближе. Ты помнишь базу Стингрей в Медичи? В общем, суть та же. Молниеупорный катер? Бинго! А еще тут есть лаборатории, которые пытаются обуздать молнии. Думаю, там мы найдем, как защитить катер. И не повторим судьбу Аннабель. Ты говоришь о том комплексе в горах, Метеолабе. Так точно. А на верфи Проспера Астильера нам прокачают лодку. Интересно. Ну, передумал? Зачем тебе это, Шелдон? Ну, я тебе обязан, Рико. Ты хочешь покончить с Эллапой? Я хочу тебе помочь. Ну и мы оба знаем, что нельзя давать кому попало климатическое оружие. Есть идеи получше? Нет. Вот это разговор. Ну что, встречаемся в Метеолабе? Разумно. Знаешь, на секунду мне показалось, что ты в меня выстрелишь. Не в этот раз, Шелдон. Ну, как ни крутите, а он помогал все-таки местами, даже когда он думал, что он его предал. В третьей части он ему помог. Мы потеряли цель. Возвращаемся. Так, как бы на этом получается все. Здесь только разговор, что ли, у них был. Так. Кстати, как-то... А, вот.
Принято. Груз на подходе, босс. Так вроде гораздо будет быстрее. Все-таки здесь реактивного ранца у меня нету. Как ни крутите. Поэтому придется летать на транспорте. Так. И куда же можно мне прилететь? Я так думаю, что вот сюда. Не, места, конечно, здесь сделали намного красивее. Но то, что они намудрили со всяким управлением, вот это, конечно, такой себе момент. Но в целом, если разобраться, игра, конечно, приятная тоже. В принципе, приятно она меня удивила. Есть, конечно, свои плюсы и минусы, как и во всех играх. Но так вот, если по описаниям, по отзывам, конечно, ее недооценили. Так, самое главное не разбиться, как я это обычно делаю. Надо размять ноги. Так, что у нас здесь за база какая-то у них? Спецдоставка какая-то. Вражеские шпионы забрасывают охрану наших поставщиков взрывчаткой. И мы зверски отстаем от расписания. Кажется, у меня что-то с плечом. Возьми с собой нескольких новобранцев и взорви бомбы так, как это нужно нам, Рико. Да уж, чё-чё, взрывать-то мы умеем. Штаб, у нас чужак внутри периметра. Поехали. Подтверждаю контакт с противником. Можно атаковать. Похоже, можно и так. Хочешь попробовать? Что? Мы больше не видим врага. Представляешь, вот что отмочили эти трусы из черной руки? Устроили диверсию на нашей территории. Бомбы под землей. Черная рука просто наемная армия. Они ни во что по-настоящему не верят. Их можно купить. Да, конечно, в плане месива тут вот нормально так вот устроили. Давай-ка залезай.
Я не слишком люблю насилие, но каждый, кто бомбит свою родину, заслуживает пару пуль и 30 серебряников. Да уж, как в нынешней обстановке это актуально. Противник в районе действий. Стреляю! Ясно, здесь чужак. Всем отрядам вступить в бой. Что-то чек у меня на тачке загорелся. Похоже, есть шанс, что она взорвется. Самое главное, чтобы не бахнуло с нами внутри. Самое интересное то, что по пути как назло не во что пересесть. Конечно, сейчас посмотрю что-нибудь. Но в обычную тачку точно не надо садиться, потому что она взорвется моментально. Я что, оставил ключи в грузовике? Суровая учеба на практике, а? Больше не вижу цель. Веду поиски. Так, вот еще стоит тачка. Давайте-ка, ребята, пересядем вот сюда. Давайте, давайте сюда. То там тачка уже дымится наша. Если бы у нас только был выбор. Кстати, прикольно здесь уже точило сделано. Такие в третьей части не показывали. Там были, конечно, прикольные машины, но не настолько. Здесь уже что-то на ламбы такие похожи. Мы это делаем? Боже мой. Чуваки, выходите ее. Интересно, с какого момента нужно будет повторить. Проще было сразу выходить, походу, и стрелять просто. Чтобы не подрывать машину. Что-то она быстрее разлетелась, чем предыдущая-то. Поставщик. Они до сих пор разгружаются. Уничтожь их. Ну, с одной стороны, что мне нравится в этой игре, то, что здесь после поражения начинаешь примерно с того же места. А то бывает даже и в лучшем положении оказываешься. То есть уже как бы пройден вот этот этап получается. Да вы мне прям под колеса-то лезете. Сдохните, паскуды! Хочешь попробовать?
Там сверху не пойму, там какая-то репутация или что-то такое там. Похоже, мы сейчас едем в то же самое место, что ли, где, получается, взорвалась машина. Всем отрядам сохранять бдительность. А может и нет. Нет, что-то новое, походу. Так, ладно, здесь будет проще выйти. Как так-то? Так понимаю, о, что все. Надо, босс. Отлично! Новобранцы, сегодня у нас выпускной. Рико, ты меня очень здорово выручил. У нас тут что-то есть, кажется. Разбираюсь. Да, все готовы. Что? Мы больше не видим врага! Контакта с противником. Перегруппироваться. Ты зацени, а? Куда ж я денусь, так я же заценю. Вперед, запрыгивай! Стреляю! Тут он стреляет. Контакт с противником. А, постреляли немножечко и хватит. Ну что, на этом я заканчиваю данную серию. Было достаточно весело. Хоть я и пару раз не очень хорошо сыграл. Ну, это на самом деле с непривычки. Нужно восстанавливать навыки. Поэтому сейчас всем спасибо за внимание, всем хорошего настроения, увидимся в новых прохождениях. Пока-пока.